Друзья, привет! Сегодня уже когда светодиодные линзы просто рвут на кадраны ксеноновые линзы, есть у нас такие просто метры, как Aozoom, другие производители линз, Billet линз, которые уже, вот скажем так, мы уже потихонечку начинаем забывать о ксеноне, но на финале ксенонового оборудования, вообще на финале ксенона, многие компании не опустили руки и продолжают борьбу за качественный свет. Друзья, для людей, которые любят ксеноновый свет, таких по сегодняшний день группа людей, таких армия людей, скажем, она присутствует, предлагаем абсолютно уникальный продукт. Причем уникальный он в том, что совершенно о нем почему-то на рынке никто не говорит. То есть это биксеноновые линзы от компании Aozoom. То есть и вот они сейчас мы их немножечко там покрутим, расскажем, покажем. То есть эти линзы реально по своему внешнему виду, ну, как бы вызывает просто как бы такой вот искренний восторг. Светят они тоже очень круто. Посмотрим, сейчас вскрываем, говорим, показываем, рассказываем. Так, ребят, распаковка Aozoom J6 прожектор. Это все, скажем так, прокачанные линзы Hela 3, которые все знают. Вот так вот, видите, уже чтобы никто никогда не подделал. То есть в тиснении линза имеет внушительный вес. Как и в принципе обычная Hela 3 весит порядка до полкилограмма, 430, обычно 450 грамм весят такие линзы. Вот так вот просто бомбически Aozoom выделился и сделал вот такую вот, заморочился, я бы сказал, сделал такое синее кольцо и себя увековечили, как вы видите, в верхней части линзы. Сделали такую надпись. Опять же, clear lens, так называемый, прозрачное стекло. Идеальный хром. Такой вот прямо вот звенячий. Вот реально постарались. Используют ровную шторку. Шторка бывает более сложная. Они пошли от простого. Стандартная шторка ровненькая. То есть заднее крепление, как и у стандартной Hela 3. В наборе идут, соответственно, как бы крепежи. То есть крепеж этот универсальный. Так вот, такая линза. В такую линзу можно установить лампочки D1, D2, D3 и D4. Плюс, соответственно, есть разъемчик под дальний свет. Это управление нашим электромагнитом. Друзья, за моей спиной стенд, где множество всевозможных переходных рамок для установки биксеноновых линз в разные автомобили. То есть через переходную рамку такие линзы можно установить в абсолютное большинство автомобилей, где завод-изготовитель уже установил линзы галогеновые или ксеноновые. То есть что мы делаем? То есть вы хотите прокачать свет своего автомобиля, вам, ну, сейчас мы покажем, как она светит, вам понравился свет, то есть вы покупаете линзу плюс, соответственно, рамку под конкретно ваш автомобиль, причем эта рамка под Subaru подходит, под Pajero. Прикручивается рамка к линзе вот таким вот, скажем, самым примитивным способом. На сайте, соответственно, есть фотографии под каждой
рамкой, есть фотографии того, как прикручивается линза и устанавливается на конкретный автомобиль. И, соответственно, вот эта конструкция вся прикручивается уже вместо вашей там ксеноновой или галогеновой линзы, и вы получаете свет, который на 2, на 3, на 5 голов круче, чем тот, который есть уже у вас. Друзья, линзы выгорают, мы об этом говорим, об этом знают, наверное, уже сейчас все. То есть даже суперавтомобиль, даже если у вас там Bentley, Maybach, у вас Rolls-Royce X5, у вас все равно по прохождению определенного промежутка времени линза устает. Для того, чтобы прокачать, вот используется вот такой вот самый правильный цивильный способ. Это немножко отхождение от темы линз к рамкам. Почему? Потому что если вы просто должны понимать, что эта линза, если она вам понравилась, вы ее можете цивильным способом установить себе на машину. Возвращаемся к линзам. Друзья, поставили лампочку Neo Lux. Кстати, кто хочет круто сэкономить и получить оригинальную штатную лампочку, Neo Lux — это классный альтернативный вариант для Osram и Philips. Это так себе, имейте в виду. Взяли китайский блок, соответственно, через переходник, установили лампочку, поставили переходник, ну и, в общем-то, получили такой вот примитивный вариант. Друзья, видите, правильный свет. Обычно, если на ксеноне, обычно вот по кругу, вот так вот вокруг светового пятна какие-то такие брызги, какие-то пятна. Эта линза светит очень и очень чисто. За счет чего? За счет идеального хрома. Мы видим вообще идеальную снизу, идеально выраженное вот световое, вот видите, ядро, горячее ядро, вот оно, горячее световое пятно под светотеневой границей. Там, где оно должно быть, оно здесь именно мега-мега яркое. И свет плавно спадает на нет. При том, что сейчас божий день и, ну, сами понимаете, да, то есть у нас много света, у нас достаточно ярко видно вот такой вот у нас ближний и вот такой вот дальний свет, что, соответственно, линза, как я уже сказал, биксеноновая. Кстати, для тех, кто ставит биксеноновую линзу вместо галогеновой, то есть автоматом получает бонусом ксеноновый дальний свет, такой, как вы его сейчас видите. То есть вот такой вот свет мы на выходе получили. Понравился вам свет, не понравился вам свет, обязательно напишите в комментариях. Ребят, сейчас на рынке есть три топчика. Это Hella F1, которая появилась первая и, скажем, сделала фурор на, вообще на рынке Украины, России и других рынках. То есть это Hella 3, которая засветила круче, чем оригинал. То есть там просто вот как бы следующий левел. Да? Потом появилась Hella 5 и Hella 7, которые мы сейчас массово устанавливаем. Это, скажем, очень классный, правильный свет, который тоже в очень многих роликах у нас показан. Все бомба, идеальный ближний, идеальный дальний, все чики-пики. И на заре ксенонового просто оборудования выстреливает конкретно вот эта аузумовская линза. Ребят, присмотритесь, я ставлю, ну, скажем так, наверное, пятерку с минусом. Пятерку, я не знаю, еще, может быть, еще не родилась та билинза, которой бы я поставил пятерку. Пятерка с минусом, потому что реально свет правильный, классный, яркий и даже без пятен. Вот эти пятна, о которых я говорил, они на дороге не видны. Но Aozoom сделал настолько это идеально, настолько, как вы видели это на потолке, никаких моментов, никаких минусов замечено не было. Поэтому при выборе B-Lens рекомендую рассмотреть именно Aozoom. Aozoom, как оказывается, не только делает классные B-LED, еще и B-ксеноновые линзы. Ребята, оставайтесь с нами, пишите свои комментарии, задавайте вопросы.
Если вам понравился ролик, можете просто поставить плюсик в комментариях. Нам приятно за потраченное время, то, что мы делаем ролики, снимаем, рассказываем все для вас, наши уважаемые подписчики и телезрители. Ребят, хорошего вам света и безопасной дороги. С вами был Игорь Вапило, Автосвет. Счастливо!